Ну что, повеселимся? Творчество Николая Шиянова живет. Оно пульсирует в умах людей теплом музыкальной фактуры, бесхитростным поэтическим словом. В его честь проводятся конкурсы памяти Шиянова. У него много последователей и сподвижников, потому что он жив и он среди нас. Одна из его учениц, Сердюкова, выпускница отделения журналистики Ростовского университета, занимавшаяся у Николая Григорьевича с 8 лет, размышляет о своем учителе так. «Встречаются в нашей жизни люди, которые до самозабвения влюблены в свою профессию, которые любят искусство и готовы нести прекрасное в каждый дом. Таким человеком был и он, наш учитель, необычайно увлеченный, энергичный, неутомимый. Наблюдая за его необыкновенной жизнью, я задавалась вопросом, откуда в нем столько энергии, столько жизненных сил, помыслов на будущее? В чем причина его работоспособности, оптимизма, энтузиазма? Николай Григорьевич Шиянов любил свой край, как никто другой. Именно этой любовью можно объяснить его жизненную стойкость. Особенный трепет в нем вызывала степь с ее широкими раздольями, запахом полыни и сена. И не зря такие слова звучат в его песне. «Степь моя ковыльная, степь моя раздольная, ты такая сильная и такая вольная, далью светло-синюю, тихими озерами, ты всегда любимая, будешь мне опорою». Мы находимся в районном доме культуры на репетиции ансамбля «Лад», который является преемником ансамбля «Рассвет». Oh,
Наша история, наша гордость.
Музыка Николая Шиянова, слова Ивана Блохина. «Родная степь». Но самыми верными почитателями его таланта, таланта своего отца и продолжателями его дела, являются его сыновья. Эти кадры сняты в Испании во время выступления московского ансамбля казачьих песен и плясок в дни гастролей. Среди артистов ансамбля и старший сын Николая Григорьевича Игорь. Игорь выступает в сольном номере. Я на борт.
председатель Владимир Назаров! Ya sabéis que van a estar en Teatro Maravillas hasta el día 10 de mayo. Y mayo, nosotros queremos dar las gracias. Мы находимся у Чернявского Александра Ивановича, директора Центра профессиональной ориентации молодежи и психологической поддержки населения Ипатовского района. Уважаемый Александр Иванович, мы бы хотели задать вам несколько вопросов относительно Николая Григорьевича Шиянова. Вот хотелось бы сказать, что он внес большой вклад в вокально-хоровое и эстетическое воспитание молодого подрастающего поколения вот города Ипатова и вообще Ипатовского района. И хотелось бы услышать ваше мнение об этом человеке как специалисте, и как о человеке, и как о педагоге. Пожалуйста. Вы знаете, мне очень легко говорить о нем. И не только потому, что этот человек был для меня больше, чем профессионал. Это, я не побоюсь этого слова сказать, что это был мой друг. И поэтому все, что с ним связано, для меня на сегодняшний день аккумулируется в одну мысль. Его не хватает. Вот из месяца в месяц я все время в беседе со своими близкими часто повторяю эту фразу. Не хватает. Не хватает его таланта, не хватает его тепла, не хватает его неуспокоенности. И вот каждый новый проект, который иногда возникает в этой связи, или каждая сцена, которую приходится наблюдать в городе, все время рассматривается мною с точки зрения, вот, а как бы он, как бы это он сделал, как бы у него это получилось, вот, что бы он внес в это. Чем дальше живешь, чем больше ощущаешь, что его профессионализма недостает во многих вещах, недостает его масштабности. Вот те явления, которые мы наблюдали при нем, это вот эти смотры хоров детских, вот эти вот массовые праздники, вот эти вот большие, знаете, представления, в которых были связаны люди всех поколений, вот этого уже фактически не стало. Можно, конечно, говорить, что сегодня жизнь не та, условия не те. Хотя, я думаю, это просто отговорка. Не хватает людей таких, как он. Потому что все исходило от него. Вот он захотел, он сделал классный хор. Он захотел, он всю школу первую вытащил на сцену Ипатовского дворца культуры и сам создал этот праздник. Он захотел и к своей инициативе подключил всех остальных. Вот меня что всегда поражает, для него не было, знаете, таких стандартных, типичных отговорок, которые очень многих людей сегодня тормозят. Вот начинают о чем-то думать и сразу перечисляют трудности. Да невозможно вот это, да сложности с автобусом, да где взять вот это. Для него этого не было. Для него, если есть дети, желающие петь, то все остальное уже приложимо, оно решаемо. Самое главное, чтобы запели дети. И поэтому, наверное, вот в этом ощущается его основная нехватка, в его стремлении идти к цели, не глядя на все остальные мелочи, которые для других сегодня становятся непреодолимой преградой. Вот. Ну и не хватает его еще и в том плане, что он постоянно что-то генерировал, постоянно что-то рождал. Вот семейные ансамбли, с него это все начиналось не только у нас в районе, а даже и в нашем крае. Вот я вспоминаю этот эпизод, когда он пришел сюда и так, знаете, с порога. Будь ведущим на семейном конкурсе. Я говорю, да как же, да что, да получится. Получится, получится. Вот мы с тобой посидим. Вот, мы посидели 15 минут перед самим концертом. А получился такой экспромт удивительный, о котором я сейчас вспоминаю, ну, с потрясающим чувством удовольствия и радости. Вот. Или
краевой смотр, то же самое, из ничего, из его желания, и из того, что там были люди такие же интересные, неуспокоенные, как и он. Съехались, получилось, и все разъехались с таким удовольствием, с таким зарядом. И вот постоянно у него все это рождалось как-то само собой. И если он надумал, то и все остальные верили, что это обязательно получится. Обязательно будет. Вот чисто человеческое качество, вот этот оптимизм, помноженный на его какую-то неумолимую, неудержимую энергию, вот это все позволяло всем людям идти следом за ним. Вот выехали в Ставрополь, побывали на конкурсе. Где он? Как он встретился с этими представителями военного училища? Говорит, заедем, дадим концерт. Заедем. Заехали, дали. И вот такая легкость в том, чтобы делать людям добро, легкость в том, чтобы, не напрягаясь, как-то по ходу жизни, по пути своей радовать людей, вот это меня всегда поражало и всегда заставляло задавать себе вопрос, ну, почему у меня так не получается, почему мне всегда приходится через что-то, через какую-то борьбу идти к этому, да, через преодоление, через какие-то свои комплексы. Вот он улыбался вот так, говорил, сделай, ну, сейчас сделай. Следом за ним пошли и сделали, и оказывается, получилось. Вот эта вот жизнерадостность, лучезарность этого человека, она, ну, просто потрясающая. И мне как-то довелось о нем говорить, еще рана была на сердце достаточно такая острая. Я о нем говорил и улыбался, вот многим было непонятно, почему я улыбаюсь. Я не могу о нем говорить без этой улыбки. Вот он, даже если его нет, он как бы присутствует и вызывает такие светлые чувства в душе, такую благодарность за то, что он был, за то, что он встретился на жизненном пути, и за то, что он оставил вот такой след, что я без вот этой внутренней улыбки и тепла не могу о нем говорить. Мне довелось как-то писать о нем нечто такого обобщающего реферата. Я не мог остановиться. Я писал и писал и писал. И о его руках, удивительных руках, теплых. О руках, которые помнят очень многие люди в городе. Они снимали боль. Они не только дирижировали оркестром, управляли вот людьми, а несли какую-то энергетику, удивительную энергетику. Он писал стихи. Причем это было не обыкновенное там буриме, стихоплетство, а там были мысли, глубокие мысли, которые воплощались в песенные структуры, которые ложились на музыку. Вот. Я уже не говорю о том, что этот человек владел инструментом так, как владеют, наверное, боги. Вот. Он никогда не задумывался о том, чтобы там выучить какую-то партию. Инструмент был живым продолжением его рук. Он играл, он о нем не думал, он жил только теми, кто пел под этот инструмент. Вот это меня тоже поражало и впервые натолкнуло на мысль, что вот настоящий профессионал, будь то учитель, будь то слесарь, столяр, кто угодно, он становится профессионалом тогда, когда не думает о том, как он будет на кнопки нажимать или еще что-то делать. Вот, поэтому все его мысли были заняты более и высоким, нежели техникой там, исполнения или еще чем-то другим. Вот обаяние, человеческое обаяние, конечно, было просто-напросто потрясающим. Он мог любую аудиторию привести в состояние умиротворения. Он мог добиться тишины среди таких детей, которые считались и по сей день считаются неуправляемыми, неспособными, неталантливыми. Вот эта его мысль о том, что заставить ребенка запеть, это значит открыть в нем новый мир, она просто потрясающая. После того, как ребенок выступил на сцене, он считал, я с ним солидарен, это уже совсем другой ребенок. Это человек, который испытал триумф, который увидел в себе резерв, который почувствовал какую-то силу за собой, который перестал бояться публичных выступлений, который обрел голос. Вот это его упражнение, когда он доводил детей до понимания диапазона своего голосового, это же психотехника. Ее осваивают специалисты на факультетах психологических, как особую способность, особый дар, ему это давалось легко.
Дети умели говорить шепотом, умели кричать громко, обретали вот ощущение тембра своего голосового. Вообще, я же говорю, о нем можно бесконечно и бесконечно наговаривать целые кассеты и, наверное, полностью не сказать. Вот эта жизнь короткая по нашим меркам и такая емкая по своему содержанию, она действительно стоит исследования. И вот я очень рад тому, что о нем вспоминают, и очень рад тому, что этого человека помнят, о нем говорят, и он живет. То, значит, он в вашей судьбе оставил неизгладимый след. Но я бы хотела узнать, вот дело, которому вы служили вместе, вы продолжаете все-таки? Продолжаете? Ну, я тоже работаю с детьми. Я работаю и с проблемными детьми, и с детьми, которые определяются в жизни. Вот, кстати, нюанс интересный такой. Мне доводится общаться с теми, кто с Николаем Григорьевичем вместе пел. То есть детишки из его ансамблей. И я с огромным удовлетворением отмечал в их характере вот такую черту. Способность удивиться таланту, способность в себе развивать последовательно этот талант. И вот его качество, потрясающее качество учителя проявилось в том, что очень многие дети пошли по его стопам. Вот закончили Ставропольские музыкальные учреждения. И даже те, кто не закончил, а пел, вот у меня был разговор с одной очень интересной девочкой, которая, обучаясь в университете, писала трактат о человеке, оставившем неизгладимый путь в ее судьбе, вот именно о нем. Она журналист, но, как она выразилась, мне повезло в жизни на людей, и первым человеком, на кого повезло, это был Николай Григорьевич. Вот. Ну, а во мне он оставил, знаете что,